Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Кролл, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Valiant Hearts of Great War. Да, остановились мы с вами в том, что нас уже чуть ли не казнили, помиловали, все у нас произошло, и мы снова с вами в строю. Что они там смеются, о чем они, интересно, говорят? Давайте посходим сначала сюда, я не знаю, что мы здесь шахтами занимаемся, типа копаем. Здорово! Носки ты получишь за вот эту штуку. Подожди, еще раз, что? А, носки можно на эту штуку обменять, что ли? Не понял, ну ладно. Окей, неважно. А с этой горелкой можно взаимодействовать? И с ней можно что-то делать? Окей, я все еще не понимаю, ну ладно, давай наверх сходим. Холодно, кстати, нынче говорят. Привет. Эти что? А, во, носок. Теперь я носок могу обменять. Носок действительно, видимо, сейчас очень... Ну, типа, всем холодно. Вонючий носок, на секундочку. Он такой возьмет, интересно? Надо, наверное, что-то с ним сделать, не? Возьми. Нет, грязный, нужен чистый. Понял тебя. И как же мне интересно его отмыть? У меня пока даже идей нету. Но сейчас что-нибудь придумаем. С правой стороны, наверное, что-то можно будет... Перо, чтобы написать письмо. А, я письмо хочу отправить обратно. Я понял, зачем мне чернила эти нужны. Так, здрасте. О, вы же не обидитесь, если я носочек здесь. Да, здесь они сейчас обидятся. Оп, с носочком. Все помылось. Никто ничего не заметил, правда? Отлично. Сука. Идеально просто. Приятного аппетита вам, ребят, потом. Так, сюда мы пока не пойдем. Пойдем обменяем. Надо все-таки письмо-то написать, я же. Песик там что-то ест, ну ладно, пускай ест. Объедки какие-то. Так, еще мне нужно будет перо. Перо мы, наверное, чуть позже достанем. Опять же, там где-то справа его нужно будет искать очень далеко. Ну, давайте начнем сначала с... О, вот это я не заметил. А что это такое? Это, на секундочку, табакерка. Сделанная снаряженной гильзы из пустых гильз и других частей использованных боеприпасов. Вот это часто мастерили разные полезные вещи. Вот, такие дела. На тебе носок чистый. Мокрый. Да ты, сука, ты какой... Урод просто. Теперь, наверное, есть смысл его высушить. Готово. Ну вот тебе обычный чистый носок, мать твою. Задрал ты меня. Давай. Вот так вот. Готово. Теперь у меня есть чернила. Осталось только найти перо. Я сейчас проверю, что мне нужно перо, потому что я могу... Опа, секреточка еще одна засветилась. А я и не заметил. Так, на секундочку, у вас тут что-то упало. Это игральные карты. Ничего себе, они карты играли на войне. Ну, я думаю, нет смысла открывать. Ну, хотя, давайте открою. Вот, пожалуйста, колода карт. Какие игры они играли, там написано, пожалуй. Очень интересно. Так, ну и письмо. Так, плюс, да. Как я и сказал, перо необходимо. Сейчас какой-нибудь птицы выдернем, я думаю. Или еще как-то найдем. Или опять у кого-то есть перо, я буду сейчас очень... Чего, нет? А почему нет? Или мне нужно, типа, отстоять очередь? А очередь-то, блядь, не кончается. Бесполезная очередь. Сюда мы не пройдем? Не пройдем. Так, а это что такое? О, птичка! А ты сможешь его как... Слушай, эта птичка, это неплохо, на самом деле. Именно она мне и нужна. Я думаю, если мы ее испугаем... А, хлебушек! Вот зачем хлебушек. Так, давай-ка вот очередь отстоим. Не, не получится отстоять. Да как нельзя? Вы чё? Тихо-тихо. Я не тебя хотел погладить. Я вижу, здесь кусок хлеба лежит. Дайте очередь занять, пожалуйста, ребят. Я вот здесь стою, если что. Она так не работает. Фронтовый рацион. Бесперебойная поставка миллиона бойцов была настоящей головной болью. Ну, понятное дело. Ух. За первые 17 месяцев линия запада фронта почти не изменялась. Колючая проволока появилась в 1879, использовалась еще до войны. Ну, понятно. Битва, которую начали германские войска, намеревались прорывать фронт Антанты. Ну вот, пожалуйста, награды, все, что хотите. Я почти очередь отстоял. Ну сейчас опять скажет нет, потому что я не солдат. А, я могу, может быть, брать у тех ребят, которые уходят. Слышь, дай хлеб, дай хлеб, дай хлеб. Хлеб, хлеб, хлеб. А может, пес может взять? Слышь, пес, там хлеб лежит. Да, возьми его. Нормально, псу все можно, мне ничего нельзя. Вот оно, оказывается, как делается. Молодец, пес. И что, мы ему хлеб кинем, что ли? Или мы ему покрошим сюда? Давай покрошим лучше. Приятного аппетита. Так, он боится. Давай отойдем. Пес, иди сюда. Он боится тебя. Давай еще дальше. Так, вот он сел. Кушает. Приятного аппетита. Так, и он улетел. О, перышко упало. Хе! Изи. Изи, изи. Вот то, что я искал.
Так, ну теперь мы можем написать письмо. Моя милая дочь, я узнавал про Карла. Его жизнь вне опасности. Он все еще в лагере к югу от Реймса. Надеюсь, мне все-таки разрешат его повидать. Спасибо за фото. Оно много для меня значит. И опять началось. Обстрел. Бежим все. Быстро. Жесть. Так, ну вот мы в убежище. Так, секреточка. Это шлем немецкий прострелить. Жаровня. Дырявая каска, наполнена углем и дрова. Ничего себе. Так, а что мы делаем? Есть какой-то план? Нет, вперед нельзя, там обстрел. А мы так-то здесь сейчас... А, ну вот, собственно, оно и произошло. Я не заметил, как он сверху разваливался потолок. Глупо-глупо с моей стороны. Бежим! Бам, людей убивает просто направо и налево. Так, теперь надо просто здесь держаться в сейве. И не тупить. Сюда нельзя. Хорошо. Ждем, пока начнет разваливаться с потолок, и они побегут, как ненормальные. Бежим, блядь, кто хочет жить? Вперед! Бежим спасаться. Так, подождем выстрел. Почему вас не убивает, ребят? А вот кого-то убивает все-таки. Так, вот это не очень хорошее место. Так, ждем. Теперь бежим. Я бегу, 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 бегу. Ух, ни хрена себе. Минус, ребята. Целую толпу положила. А, я не умею копать. Нет! Вот теперь можно. Динамит. Ох, блядь, мы что, здесь динамит держим, мы что, совсем сумасшедшие. Если оно сюда грохнется, мы же все. ГГ. Надо уходить отсюда побыстрее. Там как раз ее там почти разрушило нахер. Ой, чуть не попался. Привет, ребята. Как вы тут? Так себе, видимо. Жесть. Какие обстрелы. Неугасающий. О, видимо, закончили наконец-то. Иди туда. Пошлите вместе. Ра, на войну. Наконец-то нас настреляли уже. От нас отстали, видимо. Так, а вот эту штуку нельзя? Можно. С ней можно взаимодействовать. Только она не рвется. Ее надо чем-то порвать. Так, давай. Там спасать кого-то или что? Ребят, а что вы тут делаете? Эту штуку я не смогу никак убрать. А-а-а. Я, кажется, что-то начинаю понимать. Или нет? Может сюда я, типа? Но же все равно ничего не дает. А взаимодействовать с ней тоже нельзя. А, я же забыл, что я чувак, у которого есть возможность эти штуки. Так, у меня есть бревно, типа, и чё? А, я смогу взорвать, я понял. Ты смотри, кто умный? Кромвель умный! Бу-бум! Вперед! Отлично. Так, сейчас... Нормально, все живы. Не беспокоимся. Аккуратно, главное, чтобы здесь ничего не развалилось больше. Так, я нашел письмо какое-то. Это письмо тунисского солдата. Так, пошли дальше. Еще секретка, ты посмотри. А, нет, это не секретка. Обрадовался. Хе-хе, не тут-то было. Так, и теперь эту штуку, похожую на медаль. Я не знаю, что это такое большое. Нужно... Так, ребята, я с этим разберусь. Так, раз, два, три, четыре. Оп, и готово. Дальше идем. Ура! Вперед! Так, еще одно. А, это колесо вообще. Так, ну и теперь, исходя из логики, мы должны взять эту штуку, оттянуть назад как можно дальше. И... До свидания. Бэм! Можем двигаться. Расчищаю просто на ура. Так, я так понимаю, эти штуки нам нужны. Это дымовые или это обычные? А, это... Я понял. Я опять все понял. Вы не представляете, какой я умный. Просто чудо какое-то. Так, раз, два... А, вторая сломала. Обезвредила первая. Жалко. Так, еще одна. Ну, вот это вроде должно хватить второй, нет? Может не хватить. Не, хватило. Можем дальше двигаться. Так. Что нас ждет дальше? А дальше нас... Опа! Обстрел. Но я, к сожалению, по нему никак не попаду. Надо будет ждать перезарядку. Сейчас он настреляется. Идем, ребята. Ну или я один сейчас разберусь. В принципе, какая разница. Бабам. Тихо-тихо, ребята. Не бегите, пожалуйста. Так, есть возможность. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Готово. Гатча. Давайте. Тут-т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 ут
Так, а вот здесь вот интереснее. Надо эту штуку каким-то образом... Ой, блять, это глупо было. Ах, я гранату-то оставил там. Я ее использовал очень глупо. Они ее... А, тут все это время были бревна. Вот я, дубина. Раз. Два. Мимо. Еще разочек. Так, сейчас мы ее аккуратненько закинем. Еще чуть-чуть, она уже обвалится. Ага. Так, теперь за нее срочно. Вот он обстреливает. Блин, там нехорошая вот эта штука. Ее надо бы тоже, да, обезвредить. Ну-ка. А то я чувствую, если бы он по мне попал, я бы не пережил такой удар. Двигаемся. Так, так, так. Тут наши ребята. Опять обстрел. Ну что за жизнь? Здесь мы хотя бы в стальной штуке. Надо поднять тревогу наверху. О, господи, там людей убивают, по-моему. Так, это что-то такое? Да, это флаг какой-то. Сейчас, подождите, что за флаг? Сигнальный флажок, несмотря на то, что азбука Морзе уже использовалась, телефонная связь была весьма ненадежна, я понял. Так. И, в принципе, я просто так сюда спустился, правда? Интересно. Нам надо в любом случае наверх, нужно подать сигнал. Так, сейчас пойду, я пойду. Оп! Где ребята ваши? Че вы стоите тут, охраняете, блядь, тут обстрел. Что там происходит? Это вот эти сраные пушки. Что с ними делать-то? Окей. Пойди! Помощь нужна. Ща поможем. Чем сможем. Или нет. Так, пес, возьми-ка, пожалуйста, одну. Я, к сожалению, не умею ползать. А ты очень отлично с этим справляешься. Так, давай сюда. Я правда не понял пока еще для чего, но я сейчас уверен, что мы с вами догадаемся. Чего хочешь сказать мне? За пушку иди. Ну, пошли. Мы же не гранатами будем обстреливать, правильно? Ой, блядь, жесть. Ой-ой-ой, страшно. Так. Ну, давай начнем с тебя, да, колечко? Ты мне, видимо, нужно. Ну-ка, сюда. Бум! Отлично. Ну, бери его. Тяжелая жопа какая. Но ничего, донесем. Так, здесь есть закрытая штука. Ага, я понял. Так, сначала мы поднимемся. Я подняться-то не смогу. Жесть, а что делать? Кидать ее нельзя. Она, в принципе, и не надо, видимо, ее кидать. Я глупец. Так. Зачем это колесо? Чтобы двигать вправо-влево, да? Я понял. Так. А это что делает? Опускает и берет что-то. Понятно. Но пока нечего брать. Пускай стоит. Мы должны что-то спустить, я так понимаю. О, господи, это снаряды для обстрела, я понял. Так, аккуратненько тогда их, не спеша лучше. Потому что, если они разработаются прямо у меня, это будет не очень хорошо. Так, теперь что мы делаем? Мы берем эту штуку, полностью налево ее. Так, и, собственно, пес, слезь лучше. Хотя... А, мы по одной, даже так. И мы ее сейчас будем заряжать интересным образом. Так, она была... Так, теперь надо подняться и туда ее загрузить. И, о, господи, какая долгая перезарядка. Тут, наверное, несколько людей должно быть. А, что, мельница? Не попади по мельнице. Не стреляй по деревьям. А, куда стрелять-то? Он не сказал, куда. Он сказал, куда не надо. И мне еще их части одной не хватает. Как тебе такое? Так, мне нужно найти ключ, блядь. И, видимо, в ключе... ключом можно будет что-то сделать. Так, сейчас я перелезу. Не-не-не, перелезай. Там впереди наверняка ключ остался. Он мне доложил, куда стрелять, куда не стрелять. И пока... Не, хотя он мне сказал, куда только не стрелять можно. Песик говорит, что снизу что-то интересное. Но что я могу сделать, песик? Ты же не умеешь рыть. Там, где не надо рыть. А, подожди! Лол, за кого я играю, на секундочку? Окей. Так, здесь, наверное, ключ, да? Ага. Так, здесь надо быть аккуратным. Я думаю, здесь секретка где-то, да? Вот эту штуку, если мы раскопаем, меня ёбнет ей. Так что дальше нельзя копать. Ладно, не буду рисковать. Там одна секретка осталась, я не знаю, где ее найти. Хрен с ней, хрен с ней. Пускай будет лучше так. Так, мы почти закончили. Сейчас я открою ключ и найду необходимый мне механизм, который отсутствовал. Вот он. И... Давайте заряжать. А ты можешь мне повторить, что там было по телефону? Не стрелять в мельницу и не стрелять по деревьям, он сказал. Угу. А вот куда стрелять конкретно, он тоже не уточняет, к сожалению. Вот так. Ну, так, окей.
А прицел сначала, может быть, нет? Ой, блядь. Не стреляй! Так, он зарядил. Вторая что делает? Вторая целится. Не стрелять в деревья. Не стрелять в мельницу. Где мельница вообще? Я вижу очень много там. Вот мельница. Не в мельницу. Я помню, чувак, я помню. А куда же стрелять-то в таком случае? А вон же пушка, не? Я не могу до нее довернуть. Так, подожди. Вот это третья, наверное. А, ей нельзя. Она сначала прицелится. Блять, а что делать? Тут дома, там дома. В принципе-то непонятно, куда стрелять. Тут реально много целей, как бы. Куда конкретно... Не по деревьям и не по мельнице. Или наоборот, по деревьям и мельнице. Давай попробуем по мельнице бахнуть. Не попал. Ни хрена себе там. Ой, что я теперь полчаса буду перез... О, блядь, это долго будет. Попал. Мощная артиллерийская поддержка Эмиля позволила полку Фредди без потерь пробраться в тыл. Окей. На, пожалуйста. Командование узнало о боевых подвигах друзей и решило наградить их за проявленную храбрость. Ура! От Анны тоже пришла добрая весть. Карл быстро поправлялся и уже мог ходить. Тем временем верденская мясорубка продолжала крутиться. Потери ужасали. 70 тысяч убитых за месяц. Жесть. Почти ежеминутно. По одному французу и немцу. Это продолжалось почти 10 месяцев. Восьмое мая 1916 года. Отряду Эмиля поручили захватить форт Дуамон. Ключевой пункт германской обороны. Наступление полноценное. Обсуждают, как захватить. И мы при этом присутствуем. Еще есть какие мы крутые шишки. Пушки там, говорят, наверху есть. Мы типа справимся с ними. Да, сэр, конечно. Французы там, англичане, все дерутся. Да. 8 мая 2016 год. Дуамон, Франция. Пошли. Нам надо каким-то образом вырубить, видимо, те большие пушки, которые нам показали. О, впереди... Это минное поле? Так, пёсель. Это, конечно, очень печально. Да, это минное поле. А как мне с ним разобраться? Не понимаю. Что обозначение-то эти, значит? Ладно, мы их прошли. Так, не совсем. Может быть, их уже разоружили? О, привет! А за ними? Ого, интересно, интересно. А что я сделаю? Дальше мы не пройдем. Это однозначно. Он пока сидит здесь, нам надо что-то придумать. Так, пёсель, ты можешь сюда зайти, что это даст? Ты сможешь попасть в ту сторону, получается? В сторону врага? Пёс? Я не понимаю, что пёс там ищет. Я не вижу, где пёс. Куда он пропал-то? Пёсель! Ты где? Так, тут смертельно обе. Получается, вот это не смертельное. Ничего не нашел. Интересно, интересно. Так, и чё, я теперь выбраться из нее не могу? Блять, это смертельно, потому что из этого выбраться нельзя, походу. Ага, вот так можно. Ух, ни хрена себе. И что это значит? Это моя смерть? Нет, она перестала издавать такие... Так, я понял, надо ждать. Это целые окопы можно себе понастроить здесь. Так, быстро, 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 быстро. Наверх. Наверх, 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 наверх. Вот почти без дыма. Пёсель, а вот и ты, собственно. Я тебе сказал пробраться туда, ты пришел ко мне. Ну, в принципе, ладно, какая разница. Давай пробуем вниз. Ага, здесь все не так просто. Тебе пока никаких задач я тебе не даю. Пошли, короче, вниз. Блять, я дурак. Я дурак. Я хотел подождать, но я... дурак. Так, пёсель, еще раз. Значит, ты прямо сейчас пробираешься туда. Где ты, пес? Я тебя не вижу. Ну, ладно. Предположим, что мы с тобой еще увидимся. А, вот ты где теперь. Он ходит в топку, бросает эту херню, из-за этого у меня, я понял. Пес, может это? Развлеки его. Хули он там? Сейчас. О, отлично. Отлично, пес. Как же ты хорош. Все не представляешь.
Развлекай, развлекай, пускай он тебя там гладит до посинения. Так, пес, отмена, может не гладить. Я не... Пес, я сказал... Все, 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 иди занимайся дальше своими делами. А, он его переставил, прикинь! Так, давай-ка мы вот этого парня, блядь, нехорошего. Все, пускай лежит. Я понял, понял. Я делаю все, что могу, подожди, пожалуйста. Так, ну... Он его топит, я могу это убрать. Я смысл в этом? Я могу сам-то встать, но это совсем идиотизм. Можно другое туда что-то подставить. А у меня даже идея какая-то появилась небольшая. Так, внутрь мы попасть можем, нет? Можем, отлично. Мы можем взять, типа, боевых ребят и что-то в них изменить, я так понимаю. В этом весь смысл. Так, иди-ка сюда. Так, мы, типа, ставим. Но, естественно, это не все. Надо что-то с ним сделать такое, чтобы... Может, что-то бомбануло, может, еще что-то. Я не знаю, правда. Даже не знаю. Да, во, я вижу здесь мины. О, это пес только что может. А как я туда доберусь? Сейчас это вообще кажется невозможным. Окей, давай посмотрим, что у нас здесь. Секретка? Обжаю. Это какой-то... Что это такое? Пустой деревянный ящик. Немецкие солдаты пользовали пустые ящики для переноски клади. Ну, как чемодан. Угу. Так. Пес, а как мне тебя туда провести-то? А-а-а! Хотя нет, не а, я не совсем понимаю. Пока не совсем понимаю. Надо, чтобы... Чтобы что? Что эту штуку туда поставить вместо чучела? Ну, это же опять ничего не даст. Он же не будет поджигать его. Ну, давай попробуем, ладно. Сначала подвинем. Чучело он просто сейчас уничтожит. Пес, ты пока здесь стой. Не поднимайся наверх. Он такой типа, оп, видит цель, и давай ее сжечь. Красава. А мы ему теперь вместо цели предложим вот эту штуку. Я не могу ее взять. Оп, я... Возьми, пожалуйста. Вот, вот сейчас, отлично. Я ее смогу поджечь. Но смысл-то в этом какой? Он ее подожгет вообще? Мне кажется, он скажет, типа, что за херня. Да, ему пофиг, типа. Это плохо. Так, подсказка хочет мне подсказать, но я, пожалуй, нет, как-нибудь сам. Так, что у нас есть? Собака, ты сюда не пролезешь, правда? В эту дырочку. Ладно, не сможешь. Так, 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 так. Если мы сами поднимемся, мы, естественно, умрем. А если я буду за этой штукой? Разве если я поднимусь, я сгорю? Ну-ка. Пес. Давай-ка ты попробуешь... А я не могу, кстати, тебе указать. А что ты можешь сделать? Сидеть здесь? А смысл в этом какой? Тебя же сожгут, нет? Пес, прости. Беги. Пес смог. Но он не сможет пройти вот эту кучу. Никаким образом. И вот это проблема. Я не знаю, как ее пробраться через нее. Что-то я не улавливаю пока что. Как-то это все взаимосвязано. Надо чучело поставить вместе с этой штукой. Может, тогда он подожгет вместе с чучелом эту штуку. Ну, подожгу ее. А дальше что? Смысл-то в этом не особо какой-то есть. Ну, давай поставим, ладно. Она ставится? Да, она ставится. Так, пес. Сейчас он увидит чучело и подожжет его вместе с этой штукой. Отлично. Омечательно, ты смотри. Ага. И теперь оно у меня горит. Замечательно, это здорово, это классно. Только как я это применю? Наверное, нужно это куда-то затолкать. Правда? Целая хреновина горящая. Ее не спустить, не поднять. Угу. Он опять пустил газ. Здорово. Вот ведь здорово-то. Еще мне это даст в итоге-то, по сути. Ну, поджег я ее, типа... Сейчас, подождите, это, ребята, надо сообразить. А, я должен... Все. Ты смотри, как классно. Надо, получается, не эту поджечь, а нижнюю. А для этого мне нужно... А как ее переставить? Собственно, я... Я не знаю, почему я проходил 10 раз через вот этот вот рычаг, но я его теперь нажал. До меня дошло. Вот почему я думал, что этот рычаг бесполезен? Потому что я его путал с нижним. Для меня это было одно и то же. Почему? Я не знаю. Но это так. Так, ну теперь я убил того чувака, получается, тот прошел. И... Что? О, я слышу, кто-то бежит снизу, топает. Ножки чьи-то. Чьи-то ножки топают. Да, слышите? Что-то открывается. Пошлите, проверим. Наш, наверное, старый знакомый. Ага! Так, а как мне тобой-то играть? Ему нужен динамит. А, ну подожди, чувак, ну он тебе нужен, да. А как мне переключиться-то на тебя?
А мне, наверное, пса надо туда отправить. Пес, слышишь, пес, 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 пес. Вот да, вот здесь стой. Сейчас я к тебе. Стоять. Иди туда. Блять, пес! Нормально, пес жив, хорошо. Теперь ты ломай. А пес, бери эту штуку. Ну, теперь можно какой-то план устроить. Капкан. Так, пес, 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 пес. Сюда иди. Что ты там творишь? Псина ты грязная. Шучу, конечно. Хороший песик. Конечно, хороший. Так, меня он убьет, естественно. О, а псу, смотрите, пес такой, типа, мне нормально. Я же пес. Псы бессмертные. Так, песик, на тебе в рот еще раз эту штуку. Теперь ты иди вон туда. Тебя трогать не будут, как говорится. А кто ее спустит теперь? Блять, он его поджигает. Он поджег его. Пизда, прям в лапе. Ну, а это, кстати, плохо, я не знаю, что делать. Так, еще одну возьми. Может, надо, чтобы он меня не видел? Что он меня видит, начинает ее поджигать. Псих больной. Так. Хороший пес. Может ему кинуть ее, слушаю, она ему типа. На, поджигай ее, блядь. Не подожглась. А, я понял. Все проще куда. Все куда проще. Вроде задачки такие, ну, легкие, я что-то туплю. Смотрите, на самом деле все было нормально. Надо было, чтобы он агрился. Это по идее так должно быть. Давай, агрись на меня. Ага. Так, и теперь мы просто кидаем в него. Вот теперь тебе ГГ. Побежал. Так, он там убежал совсем? Совсем. Надо же, как сильно испугался парень. Так, пес, иди туда. Так, мы с этой стороны. И что нам это тоже даст? Интересно. Подъемчик. О, привет. Пес, ну-ка, развлеки его. Тихо, тихо, тихо. Дольштан, Дольштан. Сейчас мы тебя так... Пэм, блядь. Отдыхай. Посмотрим, у нас тут пусто. Так, можно пройти в ту комнату. Нужно ли нам? Вообще нужно, по-хорошему-то. Он пока он развернулся, можно этим воспользоваться. Так, пес. Сейчас он еще раз развернется, я зайду к нему в комнату и дам ему пи... Ну, разберусь с ним, короче. Так, он развернулся. Здорово. Отдыхай. Посмотрим, что у нас здесь. Секретка. Да, это что такое, интересно? Похоже на шпроты, но это газовая печь. Что? Походная газовая печь для приготовления пищи. Ничего себе, в те года можно было... Такие штуки были? Ничего себе. Даже представить себе такое не мог. Ладно. Так, здесь у нас пусто, естественно, здесь что-то будет. Нет, тут тоже пусто. Не везет мне. Так, пёсель. Сразу туда. Я так понимаю, здесь ты ничем мне не поможешь. А зачем это, интересно? Для чего это сделано? Ну, типа, возьму я вот эту штуку. А у меня, кстати, уже есть. И пойду дальше. А, я понял, для чего. Пес, давай еще раз сюда. Я все понял. Мы просто отсюда кинем этот динамит, и он подожжется. Оп. Готово. Бэм. Вот так мы открываем двери. По красоте. Так, ну, типа, мы попали сюда. Тут еще одна, еще один вход. Ах ты, барон! Он здесь. Что он делает? О, нет. Опять этот босс-файт с этим уродом. Блин, а что делать? Она перестанет? А, у нее же есть, да, у нее есть предел работы. Блять, а самому как? А я понял как. Хе-хе, изи. Она такая дурацкая, типа, она же меня не остановит ни хрена. Так, тихо. Сейчас она остановится, и мы пойдем дальше. Какая интересная ловушка, док. Только вы меня ей не остановите. Пес, иди, активируй эту штуку. Ага. На тебя, блядь, туда. На конвейер. Развлекайся там. Я попал? Так, я, похоже, не попал. Пес, давай еще раз. Я кину максимально далеко. Блядь, и в чем смысл тогда? Надо сейчас посмотреть, примериться. Я не совсем понимаю, зачем я это делаю. Мне нужно попасть на конвейер, наверное, да? Я не попал на него, получается. Так, пес, иди еще раз. Поджигай, сейчас мы попробуем прям реально прям четко на конвейер попасть. Вот так вот. Нет, это конвейер не берется, я понял. А что тогда? А-а-а! Вот на этот, наверное, штуку надо попасть. Вот она как раз таки имеет какой-то смысл. Так, пес, сейчас подожди. Сейчас мы с тобой все сделаем. Готовься. Ты сейчас не понадобишься. Она сюда приедет, и ей ГГ. Мы сейчас ее уберем.
Так, пес, иди поджигай. Так, сейчас я прицелюсь. Оп-оп-оп. Нет! Ох, я по тайминге дерьмовые. Черт бы побрал ее. Так, псина. Давай, она пока едет, мы ее включаем. Я готовлюсь на попадание. И оп! Есть ты! Как четко сейчас было, а? Ба-бам! Вот теперь, да, блядь, мы с тобой поговорим. Сейчас убежит. Ага, я так и думал. Трус. Трусишка. Ничего не может без меня. Давай, спесик. Мы этого засранцу не дадим просто так уйти, правда? Так, что здесь, кстати, было? Тут наверняка были какие-то секреты. Документы там всякое такое. Но ничего поднять нельзя, кстати. Реально пустая комната. Ха. Ну ладно. Комната не для чего. Прикольно. Пошли дальше сражаться. Что ты еще мне приготовишь? Я думаю, что ничего интересного. Ух ты. Ух ты, ёб твою ж мать. Она двигаться будет? Нихера себе. Я пока здесь постою. Не, она не двигается. Прости, пес, ну ты выживешь, тебе нормально. Так, я могу ее кинуть, получается. Они же-то она не спустится. Ну, у меня есть мысль, что сейчас сделать. Небольшая одна. Как минимум одно я вырубить сейчас смогу. Типа вот так вот. Я раньше времени кинул. Видите, она прям падает так хорошо. Так. Не успел. Придется ждать. Я там уже две штуки оставил. Ладно, сейчас вырубим. Так. Включайся, мать твою. Оп, хорошо. Сейчас будет тройной взрыв. Бам, первый отключили. Так, а дальше что? А, я вторую сейчас... Подожди, а в чем смысл будет? Ну, давай попробуем. Я до туда не докину, правда? Да, это бессмысленная херня получается. А что же делать тогда? Как же мне туда добраться? В чем смысл? Может, ее как-то же взорвать? А это разве возможно? Попробовать кинуть ее на нее. Есть. Это отрубит ее? Не, ей нормально. Ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Но мы типа можем кинуть вот сюда. Ну, ну и чё? И это мне ничего не даст. Как-то... А, наверное, сверху, наверное, как-то нужно это устроить. Не знаю, правда, как. Но типа, отсюда я могу что-то... Я смогу, на самом деле. Попасть туда... Блять, она сейчас прям по мне. Блин, бредовая какая-то херовина. Я должен с такого положения попасть туда, чтобы она зажглась. Вот она зажглась, и она не попадает туда, видите? Черт, это интересно, как я должен туда умудриться попасть? При том, что вот эта штука будет мне мешать. Туда вообще не попасть получается. Хотя вот если сюда... Нет, она, видите, скатывается. Это хрень какая-то получается. Вот так кидать тоже хрень. Ничего не дает. Пес у меня есть. А пес... Ну и пес ничего не сможет. Тот же огонь везде. Куда ты попадешь, если ты сюда прыгнешь? Пес, блядь, что ж ты раньше-то молчал? Ёбж твою мать, пес. Как же ты меня сейчас очень сильно огорчил. Оказывается, все гениальное просто, как всегда. Ну, получается, я с нижнего положения теперь попасть могу вообще без проблем. Сейчас она зажжется. Нет! Не теряй время! Давай, 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 давай! Оп! Ебой! Как он закидывает, как он закидывает! Просто невероятно. Ну и они, естественно, опять убегают. А пес все это время рядом стоял и смотрел на них. Че бы нет, блядь. Действительно, пес, ты же не боевой, ты у нас лекарь. На тебя в зубы можешь развлекаться. Так. И что такое? Все, сдаюсь, без проблем. О! Тебя-то и искали мы как раз. Привет, док. Ты, говорят, изобретатель великий. Знаешь, где этот урод? Он в той стороне. Пошли. Навтыкаем ему. Че он, блядь, там себя себе думает вообще? Уродец. Ух, ёпта, танк полноценный. С огнеметом. Бежим! Господи, какой экшон! Какой экшон! Что происходит? Так, надо быстро... Оп! До свидания.
со своим дерьмовым танком. Но он меня сейчас пробьет, мне кажется, да? За несколько ударов. Да, он меня сейчас будет пробивать. Надо быстро что-то придумывать. Но, видимо, придумывать мы будем с помощью этого персонажа. О, мы по пятам сейчас идем, получается. Так, без пса, без ничего. Ну ничего, нормально. А что мы, интересно, сделаем? У меня только лопаты есть пока что. Надеюсь, что-нибудь там нарисуется. Я пока тут всех вырубил, получается. Все, вообще все хорошо. Просто расчистил путь для всех. Ходи, не хочу. Этот орет, как сумасшедший. О, а вот тебя я не убивал, кстати. А что это у вас здесь прибавилось-то? Они стоят друг к другу в упор, я не смогу пройти. Я даже не знаю, что теперь придумывать. У тебя есть что-нибудь? Оружие там? Блять, это плохо. Это очень плохо. Я типа могу вырубить одного. Я выйду из укрытия, меня убьет сразу второй. В чем смысл? Непонятно. Сейчас я еще пройду здесь, поищу. Но что-то мне кажется, что я ничего не найду. У меня нет никаких штук, которые бы мне помогли. Ну ладно, давай типа вот так вот. А! Кто это был? И все, и успокоились. И че, блять? Их все равно двое, а я один. Чего-то мне как будто бы не хватает. Чего-то, что-то здесь такое есть, что можно использовать. Но, блять, в то же время ни хрена здесь нет. Может, мне куда-то в другое место сходить? Ящик. Оп, здесь ничего нет, как и не было до этого. Так, а это что за место? Подожди, это же уже совсем другая комната. Что за чудеса происходят? Вот здесь можно копать, здесь еще и секретка. Как тебе такое, Илон Маск? Немецкое кольцо, железное кольцо с гравиатурой, голод, ля-ля-ля, золото, дам, я за железо. Угу, ничего себе. Вот здесь уже можно что-то придумать, ну, потому что там, зачем я туда телепортнул, я вообще не вдуплял. Сейчас помогу. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, я бегу, 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 Эмиль, Эмиль, что ты кричишь? Сейчас приду. Я спешу. Я не знаю, правда, чем тебе помочь, потому что там... Там такая жопа размером с... Ого, прям жжет дверь и выбивает ее. Но дверь, ты смотри, держится. Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо. Так, у меня есть воз... Ох, блядь, сейчас опять какие-то загадки решать. Ой, блядь, я, кажется, что-то понимаю. Туда он не закинет. Нет, куда надо, не закинет. А зачем? А, я могу восстановить ток, чтобы здесь шел огонь. Так, и что мне это дает? Ни хрена мне это не дает, на секундочку. Я могу еще что-то сделать? Как-то поджечь, чтобы она вниз шла. Не поджигается. Блять, они ломают ему. Надо, чтобы оно как-то... Вот так? Нет, это тоже не то. Дерьмо. Так, эту штуку... Есть смысл спускать? А может быть... Бля, я не успел. Я не успею сейчас. Может быть, вот если я ударю об нее... О! О! Блять! К ним ворвалась. Но я успел в самый последний момент. Она просто не взорвалась. Сука, это же было так близко. Ах! Ах! Но вот сейчас мы сделаем все правильно. Просто потому, что я знаю теперь, что делать. Да-да-да, ты жжешь и бьешь, я понял. Бам! Ударов достаточно много, так что я успею. Так, поехали. Без всяких теперь... Без херни. Без херни, тупо. Сначала мы восстанавливаем, теперь спускаем ее наполовину. Держим. И теперь просто по таймингу бьем по нему. Сейчас он ударит, я не успею под первый удар. А вот на второй уже можно закидывать. Пошла первая. Хватит ли тебе одной? Бабах! Чего он так долго взрывается-то? Есть одна. Пошла вторая. Блять, я промахнулся. Давай, пошла, 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 пошла. Блять, она не успела. Так, пошла. Сейчас я ему туда накидаю, блять, так, что ему мало не покажется. Да сколько ему надо? Вот, теперь вперед упала. Хорошо. А чё, задняя типа сторона не считается? Здорово, ребят. Он хочет весь динамит взорвать. Боже, какой экшон.
Хотя форт был частично разрушен, немцы смогли его удержать. Операция провалилась. Ну как мы были близки, а? Нахер ли мы форт втроем захватываем, естественно, блядь, что они там вообще думали? Я, мой друг да пес, что это, блядь, такое? Wailing Hearts, The Great War. Глава 3. Маковые поля. Родная моя, война забрала у меня лучшего друга. Он был для меня как брат. Я не представлял, как трудно будет проститься с ним навсегда. Есть и хорошие новости. Карл сейчас вдали от фронта. Он поправляется. Увижу с ним, как только смогу. Блин. Напиши про себя. Как вы там? Не губили. Сэмиэле стало спокойнее? Карл узнал, что все стало намного хуже. В последнем письме Мари сообщила, что их сын тяжело заболел. Карл понял, войне не будет конца, и принял решение: нужно бежать. Ого, неплохо. Дезертир. Кто-то меня вызывает. Ну что ж, дорогие подписчики, увидимся мы с вами уже в следующей серии. С вами был Кромл, ребят, всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.